такой, смотрите, буфет, суши, хибачи и сифуд, морская еда. В общем, посмотрим, попробуем. Чё, мы здесь, честно сказать, ни разу не были. Мы обычно ездили сюда в другой, когда жили здесь. Ну вот первый раз попробуем, посмотрим, что это за зверь такой. А тут классно! Прямо так все по модному. В тот, который мы обычно ходили, не так. Такие. Тут вот набираешь еду сколько хочешь, но мы сейчас идем, чтобы садиться. Классно? Классно, классно. Какое тут нам местность. Смотрите, смотрите, как интересно. Здесь есть вот такие стульчики детские. Вот мы его взяли, но его на бок положили. Посмотрите, мы его положили на бок. И вот так вот. То есть, вообще обычно дети вот садятся сюда, которые постарше. Но вот именно для корсита, смотрите, сделано так, что боком и можно поставить, и оно на уровне очень удобном. Очень интересно. Все. Ребята, пошли набирать еду. Сейчас я все покажу. Классно, тут вообще здорово. Вот смотрите. Вот это можно взять сырое, и вам это приготовят. Вот берешь все, что хочешь, любые вот эти ингредиенты, накладываешь на тарелку, вот ту тарелку берешь, и тебе все это пожарят так, как ты хочешь. Вот разобьют яйца, мясо разные виды. Видите, креветки, курица и, я думаю, это свинина. И тебе на гриле, вот написано гриль, и тебе вот на гриле здесь это все пожарят прямо при тебе. Классно. Теперь, если ты не хочешь, чтобы при тебе готовили, смотрите, можно просто набирать. То есть это буфет, ты здесь ешь столько, сколько хочешь. Ребята, именно из-за таких мест в Америке столько толстых, потому что здесь можно есть сколько хочешь всякой вкуснятины. Вот подвозят постоянно новое. Смотрите, булочки, масло, раки. Тут у нас какая-то курица сладкая с луком. Макароны. Это курица вообще обваленная в таком сладком соусе. Это рис. А мидии вон там. Поворачиваю на следующую сторону. Вот берешь тарелки опять. Рис, кальмары там какие-то. А, тут у нас, ага, овощи. Вот, поменяю сразу. Это какая-то курица, но горячая. Это овощи с креветками. Тут не знаю даже, что это такое. А, спинач написано. Вот написано спинач. Макароны. Рыба какая-то. Тут супы. Тут разные похлебки, а такие, их не китайские. Одну из этих похлебок мне нравится, я люблю ее. Смотрите, китайские пельмени такие, на ихний лад. Тоже запеченная какая-то курица вкусная. Вот, Таня вот набирает, она знает толк. Эти штучки классные, в них внутри сыр. Да, это мои самые любимые. Вкусные, и мои тоже. Здесь супа. Типа крабовое мясо, но это не настоящее крабовое мясо. Здесь креветки запеченные в каком-то мясе. Здесь салмон. Вот смотрите, печеный салмон. А, это печеный. Честно сказать, я не помню, как салмон по-русски. Здесь тоже всякие вкусности запеченные. Это яблочный пирог. Не знаю, почему он рядом так оказался. Но вот так, пицца. Что-то тут еще. Здесь, смотрите, мясная лавка. Мясо. О, рыба. Классная какая рыба.
ребрышки. Это какая-то классное мясо вкусное. И тут еще рыба. А вот еще что интересно, посмотрите. Это тут салаты, яйца. С другой стороны у нас десерты. Это такой пудинг. Видите, он такой как желе. Фрукты. Фрукты. Там он тоже с другой стороны для салата. Вон там все набирать. И тут булочки. Булочки. Смотрите, эти креветки, они вареные и охлажденные. То есть выкладывают, и их мякаешь соус классно. Здесь вот мидии тоже, они тоже, по-моему, они... Наверное, они тоже вареные. Я не думаю, что они прям сырые. Вареные, я думаю. И еще раз раки. Вот лимоны есть, и подливка к ним тут классная такая. И салаты. А я еще одну секцию пропустил. Вот тут, ребята, суши. Они их тут накручивают, разные. И вот посмотрите, берешь васаби, по-моему, оно так называется, да? И вот разные виды суши ты берешь. Сколько хочешь. Все входит в одну стоимость. Вот можете сами посчитать, сколько это видов тут всяких суши. Вот так. В общем, я сейчас тоже пойду наберу, я вам все показал. Надеюсь, вам понравилось. Очень все выглядит классно и вкусно. Короче, капец диете. Никакой диеты сейчас. Я вообще не хотел ехать сюда, но все захотели, то что против всех не попрешь. Так что диету сегодня мы откладываем и едим. Но я постараюсь сосредоточиться на морской еде, вот всякие там раки, суши и так далее. В общем, так. Так, все взяли покушать, все сидят, кушают много всего. Приятного аппетита всем. Где ты салмон нашел? Детей мы посадили вот тут отдельно. Вот они кушают всякие пиццы и так далее. То есть тут есть для всех. Даже вот есть, смотрите, булочки с сахаром. Просто в сахаре обвалена такая, прямо вообще класс. Мечта диабетика. А я, смотрите, взял тут салмон, я вспомнил, это лосось. Лосось салмон? Да, лосось. Вот, салмон это лосось. Я взял креветок, лимоном их залить, и вот в этот соус просто вообще классно. И вот смотрите, для суши, вот я выбрал разные суши, вот взял эту зеленую васаби, сейчас налью туда, вот тут соус такой дают, посмотрите, вот это можно наливать, сейчас мы туда нальем, и потом вот эту зеленую васаби туда смешаем, и будем макать и кушать. Еще я взял такой супчик, налил. Салат я решил не брать, потому что салат я могу и дома поесть. А вот такое вот это все специальное, это класс. Только можно здесь. В общем, сейчас будем отрываться. И ребята тоже отрываются. Смотрите, креветки. Ой, это мидии вареные. А вот суши. Смотрите, я смешал. Вот эту взял зелененькую. Вот отсюда. Положил ее в... с этой жидкостью, как это жидкость называется? Соевый соус. Положил его соевым соусом, смешал. Оно сейчас стало такое классное. И вот теперь туда можно макать. Вот так. Ну, а дальше вы знаете, что происходит. Вот, пошло есть. Очень вкусно. Свежие вот эти суши. Оно... не самое классное, то есть мы были в суши-ресторане, где, конечно, там кастом сделано очень классно, такие большие, все самое свежайшее. Оно там стоит намного дороже, во-первых, во-вторых, ты не можешь столько взять, сколько ты хочешь, потому что будет очень там дорого. И, ну, то есть здесь очень достойно.
для нас, не гурманов, мы бываем в таких ресторанах раз, не знаю. Короче, очень-очень редко, то очень хорошо.